Привет, мои друзья! В возрасте всего 2 месяцев этот котенок выжил один на улице. Эта непростая жизнь сказалась на его состоянии здоровья. Котенок по кличке Макси проявил недюжинную силу в жизни. Недавно она появилась в дверях мужчины, который не смог остаться равнодушным к мольбам этого беззащитного маленького существа. Накормив ее едой, человек, заметивший, что она страдает от болезни, связался с волонтерами. Очевидно, Мокси страдал от множества болезней. Она была очень худой для своего возраста и, казалось, дышала с трудом. Тем не менее, она казалась счастливой, что наконец-то получила то внимание, которого так ждала. Несмотря ни на что, она выжила в этом состоянии самостоятельно. Она действительно маленький боец. Она проспала всю дорогу до приюта, рассказала волонтер. Ветеринар осмотрел Макси. Он диагностировал у нее инфекцию дыхательных путей и подсчитал, что ей было около 2 месяцев, несмотря на то, что она выглядела моложе. Кроме того, она была покрыта блохами. Поэтому врач прописал лекарства, противопаразитарные средства и отдых. Она была так голодна, что бросилась в миску с едой. Благодаря большому вниманию и обильному питанию, котенок быстро вернулся в нужное русло. Сегодня Макси растет 7-мильными шагами. Она процветает как физически, так и психологически. Когда она будет готова, ее предложат на усыновление. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за просмотр!